Что такое фахверковый дом? Это современный европейский дом с панорамным остеклением, совмещает в себе красоту, экологичность, надежность и качество. Стекла – это изюминки этого дома. Толщина стеклопакета составляет 6 см, наружное стекло – 8 мм и 2 стекла по 6 мм внутри. Все пространство заполнено инертным газом, поэтому оно энергоэффективное, а также оно закаленное и прочное. Никто не сможет его разбить и попасть внутрь. Площадь нашей застройки составляет 12 на 13 метров. Сам же дом имеет размеры 7 на 8, что составляет порядка 130 квадратных метров жилой площади. На первом этаже мы видим зал, совмещенный с кухней, и один санузел. На втором этаже свободная планировка, но ее легко можно разделить на 3 спальни. Высота потолков на первом этаже составляет 2,7 метров, на втором этаже от 1,70 м до 3,5 м. Фахверхаус Бай. Мы строим красивые, теплые и качественные дома.